Под аплодисменты зрителей для торжественного построения на лед вышли все 6 хоккейных команд международного турнира «Дружба». Участие в соревновании принимают спортсмены из Германии, Швейцарии, Казахстана, Белоруссии. Нашу страну представляют клуб «Альфа» и видновский «Металлург». Само название нашего международного турнира «Дружба». Дружба, она у нас в любом виде спорта. Особо приятно осознавать о том, что вне зависимости от вашего рода профессии, от вашего возраста, вы живете одним. Вы живете движением, движением на льду, с шайбой, с клюшками. Создаете для нашего подрастающего поколения пример. Как отметил президент Федерации хоккея Ленинского муниципального района Сергей Дудко, это первое спортивное событие такого масштаба – настоящий праздник хоккея. Его проведение стало возможным благодаря совместным действиям администрации городского округа и Федерации хоккея. Мы постарались сделать очень интересное такое, я бы назвал, хоккейное шоу на льду для наших болельщиков, которых в городе достаточно много. Надеемся на то, что команды любительские, но очень сильные команды мы собрали, которые изъявили желание. Есть игроки, которые в прошлом поиграли в очень там серьезных лигах, в КХЛ, там в НХЛ даже и так далее. Поэтому, я думаю, будет очень интересный хоккей. Все игры турнира будут проходить в Ледовом дворце «Арктика» в течение 4 дней. Такие турниры, особенно в формате международных отношений и, в общем-то, за рамками официальных, да, мероприятий, официальных чемпионатов, турниров, их надо всегда поддерживать, потому что, ну, первое – это пропаганда спорта, второе – это все-таки какие-то и общественно-политические цели, как взаимоотношения между странами, людьми, народами, и, конечно, они значимы, и они важны. После официальной части на лед вышли юные фигуристы балета «На льду Арктика». Право первого символического вбрасывания было предоставлено известному человеку в спортивной жизни муниципалитета Валерию Нефантьеву. Сразу после церемонии открытия состоялось 2 матча. Белорусский «Атлант» сразился с хоккейным клубом «Алматы» из Казахстана. И хозяева площадки, видновский «Металлург», сыграл с гостями из Германии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.